Игра Факторио. Загружаю. Время игры 17 часов 44 минуты. Версия 0.17.52. Потихонечку производится научное исследование. А мне нужно с поездами что-то делать сейчас. Так, поезда какие мне нужны? На железо я сделал поезд. На медь. Для меди поезд я делать не буду. Три депозита вот этих. Первый, второй. Будут у меня без поезда. Так, сначала пойду к маленькому депозиту, к этому. Оттуда медь возьму. А здесь осталось 186 тысяч, чуть-чуть совсем. Поставлю 20 печек. А угля сколько у меня? 200 тысяч. А уголь доведу в любой момент. Отсюда возьму. Тоже, без поезда. А камни? Что с камнями? Где брать? Камни далеко. За камнями нужно поезд делать. Или не очень далеко. Доведу отсюда камни, наверное. Может, мне камни нужно в первую очередь? Потом все остальное. Камни, потом уголь. Посмотрю сейчас камни у меня. Где я вообще камни беру? Здесь. А, у меня их мало. 76 тысяч камней всего лишь. Да, надо камни везти. Тащить. К этому конвейеру присоединю. Вот так будет. К этому месту. Это у меня источник камней будет здесь, в этом месте. Нет. Не так. Ошибся. Вот здесь он будет. Ну ладно, доведу так. Так, 800. Где у меня майнер? Майнеры с собой у меня есть. Патроны есть. Пойду за камнями. Далеко, далеко. Так, игристо проводить не буду. Уголь много не расходуется. По чуть-чуть расходуется. Ну, так, после камней уголь будет у меня. Сейчас запишу в тетрадке приоритеты. Один. Два. Потом посмотрю. Сигнализация у меня есть. Пока гулял. Так, немножко я больной. Чуть-чуть заболел. Пока гулял, придумал, как использовать арифметические комбинаторы. Вот эти. Для того, чтобы лампочка горела. Додумался. Я думаю, я нашел. Вспомнил. Нашел. Или вспомнил. Нашел способ заставить лампочки гореть.
цветными огоньками. Люблю, когда горят лампочки разными цветами. Где камни? А, вот, пришел. Так, поставлю майнеры на все камни. У меня 37 майнеров. Наверное, не хватит. Или хватит. Так. 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 И так. Так, так. О, исследование завершено. Как быстро. Дальше не знаю, что и делать. О! Увеличение количества боевых роботов, сопровождающих. На 5 увеличивается. Сделаем. У меня будут прокачанные боевые роботы. А с ними я смогу уже выносить гнезда жуков. Может, ракетницу возьму? Такая у меня будет тактика. Ракетницей в гнезда стрелять буду, а жуки, а роботы-дефендеры будут меня защищать. Защищать от нападающих жуков. Броня меня защитит. Роботы будут добивать жуков. Да. Прям до конца постиралась, да? Да, повезло. Вон, мигает лампочка. Может, ее открывать надо? Раньше ж мы Аня жила, стирали каждый день. Угу. У нас была машинка на той квартире. Она у нас работала много-много-много лет. Так, теперь я поверну майнеры. Забыл повернуть. Так, и эти. Вот так. Теперь конвейеры. А так меньше конвейеров расходуется. Но правила будут такие. Так. Так, так. Так, и так. Вот так будет. Так, электричество потом. Сейчас подведу местные конвейеры. Оп, промазал. Потому что быстро бегу. Получается быстро бежать и втыкать конвейеры. Все, конвейер поставил. Защиту поставлю теперь. Не знаю, где нападать будут. Пушки электричество не потребляют, поэтому могу ставить. Просто стоят. И все. А, радар. Радар у меня с собой нет.
Придется расходовать ресурсы и сделать лишний радарчик. Защитим радарчик. Теперь добавим патронов. Кнопочкой Q сбрасываю лишние патроны. О, еще разок. Последняя пушка. Так, это я сделал. Где электричество? Ну, электричество там, где электрическая станция. Где же... О, поезд поехал. Как интересно. Полный. Ну ладно, едет и едет. Какая у него скорость? Не видно. Нельзя увидеть. Раньше можно было видеть. А теперь только если радаром освещается, можно видеть. О, радар светит. О, разгрузка пошла в сундуке. Сейчас в сундуке разгрузится. И поедет опять на загрузку. На станцию. Так, дальше. Пойду к источнику электричества. Под поезд бы не попасть бы. Я могу попасть под поезд здесь. Так, поезда не вижу. Где поставить? Ну, вот здесь поставлю. Из леса вышел. Ну, радар заработал. Майнеры все у меня работают. Поставить сигнализацию надо. Лампочки я поставлю. Так, сигнализацию сюда поставлю. Где она? Вот она. Так. Депозит весь будет считать, считывать. Так, здесь у нас... Какое количество сейчас, посмотрим, депозит? 1,8 м. Но стол...
1,8 м. Это сделал. Так, камень равно 0. Все. Сигнализацию я включил. Теперь лампочки к радару отнесу. Будут лампочки сейчас работать. Вот так. И арифметический комбинатор. Посмотрим, как он будет работать. К столбу протяну сначала выход, чтобы можно было... Ой. Неправильно. К столбу. Угу. Навожу на столбик. Нет, не к этому столбу. К другому столбу. Вот к этому. О. Навожу на столбик. Вижу сигнал какой. Так. Угу. 1 + 0. Выход. Выход у меня будет зелененький. Сигнал. Ну, просто зелененький сигнал. Почему нет? Вот, выходит. Получается. Теперь лампочки. А, лампочку подсоединю. Друг к другу сначала, для прикола. Они выключаются. Исходя из настроек по умолчанию. Так. Зелененький. Больше 0. Будет гореть, если зелененький больше же. Скопирую. Настройки. Соединяю. Со столбиком. Загорелось зелененьким. Какая красота. Как я счастлив. И сюда лампочку поставлю, но уже просто белую. Будет гореть ночью. Нет, будет всегда гореть. Так, арифметический. Еще провода потрачу. Единичка. Больше, ну, плюс 0. Ой, пусть будет синенький. Нет, синенький нет. Синенький для другого случая. Синенький очень красивый цвет. Пусть будет фиолетовый. Лампочка. Фиолетовый. Больше 0. Заработала. Thank you.
станция будет. Или что у меня тут будет? Сейчас посмотрим. Станция будет. Ну ничего, конвейер не помешает. Будет подземный конвейер. Здесь камни. А, ну пойду еще на север. На юг. Почти пришел. О, чуть-чуть. Приехал. Чтоб приоритет соблюдался, конвейер пойдет сюда. Ой. О, все. Камней мне на некоторое время хватит. Ой. Правильно. Как-то неправильно. Ну, так не будет ехать. Ошибка. Здесь надо вести. Наоборот, надо здесь вход сделать, точку входа. Вот так.
Сигнализацию поставлю. Где она? Появилась. Лампочку. Комбинатор, пару лампочек красивых. Электричество есть. И провода. Плюс. А, не важно. Чайный. Дает сигнал. Прям слышен звук, по-моему. Чайный. Больше нуля. Все. Научился. Сигнализацию теперь сделаем. Это у нас считает весь депозит. Это сейчас так, так. С какое количество депозита? Не вижу. Сейчас лупу посмотрю. 72 тысячи, 72 кей. Это сделал. Все вроде. Сигнализация работает. Это я включил. Во. Желтенькая полоска такая. Не желтая, а какой-то странный цвет. Означает экстра камень. У меня же есть бонус за научные исследования. Сейчас покажу какой. Плюсик нажимаю. Вот. 10% майнеры добавляют производству. Немало. Количество камней расходуется, все. Полный конвейер уходит. Посмотрим как. До последней фабрики все загружается. Сколько фабрик у меня сейчас, я посмотрю. 8. Два раза кью нажимаю, все сбрасывается. Ну, земли будет у меня побольше теперь. О, уже хватит, чтобы море засыпать. Бойлеры потихонечку работают. Работают. О, камни сюда можно сбрасывать. Как удобно. Наблюдение наблюдать. Сейчас камень закончится, и левый синий инзертия заработает. Заработал. Да, анимация этих инзертеров тоже поменялась. Это баг, я думаю. Не
по нему. О, этот быстрее работает. Эти медленнее. Дрова уберу. Сундучок. О, угля нету в бойлерах. Потаскаю уголь. И там нету угля. Потаскаю и туда. Четыре побегаю. И один сундук возьму. И инзертеры. Синие инзертеры. И столбики. А теперь за углем. Классненько. К последнему бойлеру пойду, увеличу емкость сундуков у него. А тут так много. Зря увеличил. Так, у этого полно. А, у этого нету. Все. Все, что хотел. Надо майнеры поставить, наверное. Майнеры есть, я их поставлю сейчас. Все равно понадобится. Так, лишний уголь. Лишние вещи выкину. Угля наберу. Лаборатории работают с эффективностью 3. 50% бонус к
водку слева ем. Последний раз, ладно, вот в этот, и все, угля будет очень много. О, еще уголь собрал. Ничего себе, как я крутой уголь собираю. Сколько у меня тут его осталось? 200 тысяч. Так, в те печки отнесу, а остальное вниз. Так, надо теперь с углем решать проблему. Медь не накапливается на конвейерах, значит, излишков меди нет. Надо проблему с медью тоже решать. Теперь протащу уголь. Я сначала медь, потом уголь. О, майнеры надо делать, майнеры для меди. Да, заболел я. Горло болит, глотать больно. О, так, лишнее надо убрать теперь. Трубы пока не нужны. Дерево медь не нужно. Это не надо. Это не надо. Майер нужно делать. Куда буду уголь тянуть? О! Только отсюда. 1,3 миллиона. А дальше поезд. Тут у меня шло. О, сундуки неполные пока. На конвейер много поместилось. Конвейеров надо больше. Возьму конвейеры. А, патронов нет. И
Исследования. Какие у меня следующие будут исследования? Военные роботы. О, оружие. Число роботов. 300 бутылок. А сила оружия тоже 300 бутылок. Сколько процентов? 20%. Роботы. Количество роботов круче будет. Так, мне нужны... А, патроны сначала. Поэтому патрончики подберу. Здесь нет патронов? Нету. Это мне все надо. Майнеры будут производиться сейчас. Пушки. Нужны. Что-то сломалось. Какая толпа жуков напала. Вот мне нужны роботы строительные. О, атакующие. Гнезда выносить буду. Что сломали? Пушку сломали, гады. Одну. Целый стек патронов грохнули. Надо срочно туда идти. Плевались жуки. Где радар-то? Не вижу радар. А, вот он. И тут жуки тоже были. Давно когда-то. Так, надо бежать. Пушки добавлять, патроны ставить. Маркер поставлю, чтобы не забыть, где это было. Так, бегу восстанавливать справедливость. Стены есть, пушки делаю. Нет, пушки не делаю. Надо делать. Так, хорошо. Меди подберу чуть-чуть. Медь брать больше негде. Так, сначала медь. Так, с этим все понятно. Что с железом-то? Все железо сюда потихонечку попадает. От двух майнеров. Пустой майнер. Пойду подберу.
А, 2000 есть. Хватит. Побежал. Так, посмотрим, что с поездом. По 2000 это 40 тысяч железной руды сразу один поезд перевозит. И много поставлю стен. Синие бутылки потом. Так, роботов сколько мне нужно? Да, не дешевые роботы. Дефендеры. Записал дефендеров и ракет. Ракета надо будет сделать несколько штучек. Попробую такую тактику. Ух, испугался я такой скорости. Танки полные, наверное. Или сундук полный, или стали нету. Уголь закончился. Угу. Танки не полные, угля нет. Угу. Я на месте. Так, я подчиню. Ремонтных наборов что-то у меня немного. Посмотрим, насколько это хватит. И много стен поставлю. Так, это я починю. Ой. Смотрим, как они будут здесь нападать. Собираются кучей и нападают. Все, маркер убираю. Так, у майнера лишнее. Не нужное.
надо еще поставить. На карте, кажется, поезд все-таки лучше видно. Раньше его так хорошо не было видно. Ну, сейчас большой у меня. Пить хочется. Попробую такую тактику. Расправляться буду. Что такое? Ломается что-то. Здесь нападают. Надо защищать. Ставлю маркер. Я пока недалеко убежал. Поставлю маркер. Скоро я буду выносить эти гнезда с помощью дефендеров своих. Когда подведу уголь и медь. Так, майнер надо делать непрерывно много. 18. Ой. Я истратил все патроны. Так. Теперь стена. Вот так вот. На какое-то время хватит держать. Есть уголь. Распределю, может? О, полно пластика. Готово. Замечательно. Я решил, что некоторые товары не конвейером буду отправлять, а углем. Продукты. Например, пластик. И ну, уголь тоже. Автоматическую доставку поездом сделаю. Знаю как. Реализую. Будет очень интересно. Патроны надо где-то взять сначала. Это что? А, это просто.
такие. Какие у меня тут есть еще патроны? Больше никаких, что ли? Были еще? Ну зачем? А. Рельсы и сталь. Здесь у меня. Здесь патроны. Так, сундук не нужен. Пустой же. Вот что? Тут ничего особенного. Да, патронов немного. Чего не хватает? Сталь, медь. Ресурсы есть. Скорости не хватает. Масштабировать надо. Вот таким образом хотя бы. Скорость будет выше. Так, майнера надо еще наделать. О, еще 29 штучек будет производиться. Так, этот майнер пустой. Сейчас этот майнер закончится. Буду переделывать. О, меди слишком много теперь. Так, майнеров уже слишком много. Тут чего, стали не хватает. Кто я? Ты меня зовешь? Сейчас.